Политический пиар, который тянет на диверсию, так в украинском генштабе отреагировали на видео, которое опубликовал одесский губернатор Михаил Саакашвили. Политик проинспектировал один из украинских блокпостов в Донбассе и выложил в сеть отчет. На кадрах видны и лица бойцов, и секретный наблюдательный пункт. А главное, карта расположения позиций. Что где, подробно объясняет командир. По данным журналистов, его уже попросили написать рапорт об увольнении. Какие последствия ролик будет иметь для самого Саакашвили, пока не ясно, как пояснили в генеральном штабе. С видео должна разобраться контрразведка.